возгревать в себе решимость чем можно? Только усилиями. Ведь дорогу осилит только идущий. Поэтому шаг, еще шаг. Ну, вот как наш олимпиец, я, конечно, не помню фамилию, но вот со сломанной лыжей бежал. Это настолько поразило, что там какой-то соратник, по-моему, из немецкой команды, нашел ему лыжу и дал. Она подошла, и он побежал. Вот так надо. То есть лыжа сломалась. Нет, не схожу, все равно иду вперед. Это прям вот как бы замечательная такая иллюстрация. Один прихожанин говорит, вот пока каюсь, прям кипит во мне решимость. Вот отхожу от исповеди. И как-то эта решимость так угасает, угасает. Пусть угасает. На следующий день надо действовать согласно с решимостью. Но я понимаю, что вот так говорить, надо действовать. Это вообще легко. Особенно сидя на кожаном диване, вообще класс. Когда тебя самого касается, все не так-то совсем просто. Но, с другой стороны, надо и понимать, что другого-то ничего нет. Перестану ли я грешить хотя бы после всеобщего воскресения? После всеобщего воскресения возможности не будет грешить. То есть перестанешь? Никакой просто не будет возможности. А мука будет в чем? Что хочется грешить, а не могу? Ну да. Нет, она будет отнята. Будешь просто страдать.